Привет! Я вас приглашаю на лекцию с интересным названием «Как себя полюбить». Что это такое? Многие думают, что это такая, знаете, общая фраза. Что такое любить себя? На самом деле, любить себя – это очень конкретные вещи. Это то, как мы себя ведем, что мы едим, что мы носим, с кем мы общаемся, работа, которой мы занимаемся, жизнь, которой мы живем, насколько мы делаем то, что мы хотим, или насколько наша психология настолько ущербна, что мы делаем то, что нам неприятно, мы поступаем со своими желаниями, мы живем в плену каких-то понятий, что это правильно, надо и так далее. Чем отличаются люди, которые любят себя, от людей, которые себя не любят? Ведь любовь к себе – это очень конкретные вещи, которые можно потрогать руками и точно почувствовать. Хотите полюбить себя? Приходите и узнаете как.